3 декабря учрежден Международным днем инвалидов с целью повышения осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся включения людей с инвалидностью как в общественные структуры, так и в процессы развития. Про гимназии «Сказка» в честь значимой даты был организован концерт с приглашением особенных детей. На мероприятии принял участие первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, который поприветствовал всех гостей и пожелал крепкого здоровья. Я от имени главы города Касаюр, от имени депутатского корпуса вас приветствую сегодня на этом мероприятии. Отдельно хочу поблагодарить от имени главы города, организаторов этого мероприятия, лично Мамару Федоровичу и ее коллектив. Сегодня действительно по городу проходит череда мероприятий, связанных с Днем инвалидов. Очень отрадно, что это мероприятие проводится именно в этом учреждении про гимназии и сказки. Еще раз огромная благодарность организаторам. Отдельно хочу обратиться, пожелать всяческих здоровья, всяческих благ нашим детям, в отношении которых проводится сегодняшнее мероприятие. Праздничную программу «Дорогою добра» руководство прогимназии посвятило детям-инвалидам города Хасавюрт. Присутствующие отметили, что забота о детях и защита их детства – это наивысшее проявление благородства и человечности. Такие мероприятия – это пример для всех окружающих по оказанию безвозмездной помощи тем, кому она нужна больше всего. Иногда люди слишком жестоки, равнодушны к бедам других. Приемли чужие пороки, совершенно не видя своих. Ну давайте мы будем добрее, милосердием. Вот наш девиз, доброты ничего не добрее. Всем, как бы радости жить. Я хочу, чтобы все смеялись, чтобы мечты сбывались, чтобы детям радостные сны снились, чтобы утро доброе было, чтобы солнышко сияло, чтобы мама не грустила, чтобы больше в мире не было войны, чтобы люди улыбались. Дарите людям доброту, заботу и любовь, и понимание, и мечту. Дарите вновь и вновь. Пусть на граде мысли нет, и никогда не будет. Ответный, сердце, теплый свет тебе подарят люди. И жизнь изменится твоя, удача тебе станет, когда потоком на тебя волна любви нагрянет. В городе в честь этой даты проводятся специальные мероприятия, не позволяющие забыть о многих проблемах людей с ограниченными способностями. Однако основная цель этого праздника вовсе не вызвать жалость к этим людям, а наоборот напомнить, что инвалиды находятся наравне со всеми членами общества. Курбан Гериханов, Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».